Петр Анатольевич, команда прилетела вчера. Как прошел перелет, как дорога? По времени утомительно, а так все хорошо. Условия здесь сегодня перед матчем, тренировка, поле, стадион. Что скажете? Вообще уютненько, комфортно. Понравилось не только мне, понравилось и девочкам атмосфера, которая может сложиться завтра. Поэтому будем надеяться. Чувствуете, что завтра будет матч года или спокойно все? Я знаю, что это будет матч года, как бы вот ощущений никаких нет. Задача одна – брать очки и качественная игра. Что скажете о сопернике? Мне кажется, их достижения, их результаты говорят сами для себя. Это вице-чемпион Европы, это команда, которая на сегодняшний день лидирует в нашей группе. Лидирует за счет достаточно уверенной игры, входит в топ-9 европейских сборных. И будет очень непростой матч. Жду с нетерпением его, потому что есть разные размышления, а эта игра она реально покажет тот уровень, где мы сейчас находимся. Вы общаетесь с футболистками, как у них настроение, нет ли у них каких-то опасений перед соперником, страха? Внешне никак не проявляется, спокойно, вроде бы нормально. Я думаю, чуть попозже, туда ближе к игре. Но это как и должен быть такой предстартовый мандраж небольшой, но он пройдет.